что самое дорогое для каждого человека? Пожалуй, это время. Не стал я ставить палатку, у нас минус 20, не очень критично. Конечно, было бы хорошо посидеть в комфорте, в тепле, с печкой, с потрескиваемыми дровами, с камерой под водой, чтобы смотреть на все это великолепие. Но у нас слишком короткий световой день. А светло у нас уже пару часов. Я насверлил лунок 50. В общем, первая лунка и два. Вот таких вот красавцев. В общем, сик найден. Вот, и мы сейчас его будем ловить. Ну и говорю, чтобы не тратить драгоценнейшее время, будем ловить на улице, потому что 100% будем перемещаться. А перемещаться будем для того, чтобы выйти на результат, так скажем. Ну, в общем, приступаем к рыбалке. Погнали. А ловить мы будем с вами вот на такую вот мормышку. Твистерок небольшой. Место здесь такое не очень привлекательное для рыбы. Буквально 1,5 метра воды, ровняк, никаких свалов, ямок. Поэтому я думаю, в каждой лунке будет какой-то результат. Ну а такого, чтобы на одной лунке сидеть, вряд ли можно поймать достойный улов. Опа! Ну вот. Глубина полный ровняк. С лунки на лунку перемещаюсь. Ну, рыбка есть. Но, как я и говорю, не стоит она на месте. Поэтому придется искать, сверлить. Опа! Ну, неплохо, неплохо, ребят. Это у нас будет сик к новогоднему столу. О. Ох ты! Отцепился. Ну, блин, здорово. Сик. Очень вкусная рыба. Семейство лососевых. А вкус свежего сига просто непередаваемо. Ух ты! Ну, неплохо. Ну вот, поиски дают результаты свои, плоды. Да, сейчас было бы интересно посмотреть в камеру,
Ну, это, говорю, в данной рыбалке это принесет вред, потому что рыба 100% будет перемещаться. Был бы мормыш, закормить его, или мотыль, тогда да, можно было бы сидеть на лунке, в принципе. Опа! Но нету у меня мормыша, нету мотыля. Не дает он мне перчатки надеть. Ветер еще. Блин. Ух ты, ничего себе, ребятки. Ой-ой-ой. Там что-то прям крупное. Ой-ой-ой, он забавился. Вот это кабан! Представляете? Вообще просто монстр! Вот это вот красавец! Опа! Опа-па! Ну да, лунка у нас рабочая попалась. Блин, здорово. Руки обмерзли, мокрые на ветру. Опа! Ну вот, неплохо. Если удастся поймать побольше, чтобы угостить людей, это будет очень здорово. Ну, не крупный пошел. Так-то вот здоровый только один попался. Они самые вкусные, самые жирные. Разница у этой рыбы в размере и вкусовых характеристик очень большая. Вот большие сиги, такие там, по 2 килограмма и больше, они просто объедение. О, хорошенький. Этот у нас хороший. Хочу заметить, так же как и в ловле на чертика, вот, очень много поклевок в моей практике. Не обязательно это будет сик, а это будет и плотва, и судак, да кто угодно, в принципе. Если ловите на мормышку, на чертика, на что-то такое, вот с подобной игрой, обязательно старайтесь сделать паузу в конце проводки. Очень много поклевок именно в этот период. Потому что я знаю, что многие не делают.
А это реально работает. То есть рыба сопровождает нашу приманку на протяжении игры и не создает поклевки. Но в конце проводки мы делаем паузу, и рыба атакует. Это, кстати, очень любит делать больше всех на окунь. Я вот сейчас ловлю сига, и много поклевок именно вот на паузу. Ну все, видимо, ресурс этой лунки выработан. Надо смещаться. Уже несколько проводок, поклевки нету. И чтобы время не тратить, мы сейчас будем сверлить. Бесполезно сидеть и кого-то там высиживать. Только сказал, и вот он. Но это, скорее всего, исключение, поэтому мы все равно время тратить не будем, и сейчас будем смещаться. Опа! Ну вот, другая лунка. Еще сижок. Ух ты! Вот как раз на паузу хорошая поклевка была. Но, к сожалению, мимо. У этой рыбы рот очень маленький. А наживку он предпочитает достаточно большую. Поэтому у нас такая крупная мормышка. Ух ты! Хитрец! Хитрец! Оп. Есть! Хорошенький! О, хороший кабанчик. Хорошенький. Ну вот, у других лунках, как правило, по одному что-то попадается. Опа. О, а тут прям покрупнее стоят. Судя по всему. Опа, на. Ну ничего, маленько расклевалось. Я уже думал, тут ничего не будет, а лунка начала работать.
Есть. Я уж с этой лунки уходить хотел, а он решил прицепиться. О! О, кабан какой, а! О, кабан! Ага, хорошо, что с лунки не ушел. Опа! Ну вот, сменил игру и результат. То есть как блесенку ей поиграл. Надо рыбаку, самое главное, что это заинтересовать рыбу. Ну а мы стараемся, да? Меняем наживку, меняем оснастку, игру. Попробуем в нашей старой рабочей лунке. Я в чудеса. О, хотел сказать, я не верю в чудеса. Ну, видимо, все-таки, значит, тут на дне что-то есть. По всей вероятности. Может, какой-то куст или коряга. Потому что рыба тут собирается каким-то образом. В целом сик в этом месте попадается, ну и держится, в принципе. Малька он тут кушает, присутствует здесь обильно малек. Ну и, собственно говоря, поэтому сик здесь и обитает. Опа, есть. Ух ты. Кабанчик, кабанчик. Ух ты. Второй подряд под жабры багрит. Есть! Ух ты! Фу. Я такой слабый
поклевки. Такой кабанера. Это вообще не клевал. Ну ничего, поклевки есть. Весело. И рыбка есть. Опа, она. Оп. Сик. Как голуби в городском парке. Слетается на что-то интересное. Есть. Клевал, но мы его все-таки победили. Ух ты! Удар вот на палубу. И опять на паузу. Ну вот, друзья, клев закончился так же быстро, как начался. Но на этом наша рыбалка не заканчивается. Мы же сейчас переедем и будем ловить налима. Удочка из рук не выпала. Сегодня мы будем ловить на немножко новом месте. Здесь такой весьма интересный свал идет на русло. Течение здесь уже достаточно не слабое. Сидим мы в палатке в тепле. Это не то, что там на ловле сега. Ветер у нас достаточно сильный. Так-то не холодно, минус 20. Костюм теплый, но руки обмораживает все равно. Считай, мокрые руки на ветру не очень приятно. А в палатке одно удовольствие. Печечка. Горячий, свежий чаек. Вот он, налим, ребята. Мы его видим в камеру. Есть. Смотрите, как он клюет. Есть налимчик. Не крупный. Судя по всему. Ну ничего. Радует то, что в принципе есть поклевки. Ну, пока одна. Будем надеяться, будет еще. Опа! Опа!
Есть, ребята, а это уже хороший. А это уже хороший. Поклевка. Была чуть-чуть из рук не выпала. Стой. Сбил наживку только. Ну что, сегодня праздник, действительно. Половили мы сегодня сега и налим есть на ужин. Ну, в общем, сегодня рыбный день такой, достойный будет. Свежий сик в виде сагудай. Или как на Дальнем Востоке это называют, хе. И жареный налим с корочкой. Что может быть лучше? Опа! Опа! Есть! Ну ничего, поклевывает сегодня. Да ты что, прям цепляется. Велосипедик такой маленький тоже. Как раз коту на зубок. Цепляется крючком за кромку льда. А это дополнительные исходы. Алло. Алло. Ну, что? Ага, а что ты скинул? Да это само скинулось. Связь такая. Ну что вы там? Ага. Купается. Кто? Димуля? Кира. А. Ну хорошо. Я рыбачу. Ну, ей-то завтра в школу, поэтому она первая. Ну правильно. Да я недолго, я сейчас посижу. До 6, наверное. И поеду. Так что кушать. Ну, давай, мы картошку пожарили. Молодец, а то и есть хочу. Ну я налима поймал. Ну вот и сигов наловил. Так что это пожарить налима сегодня. Ну если ты будешь разделывать. Ну конечно разделаю. И сагудай сделать. Вообще будет сегодня и картошка жареная. Все как это. Как доктор прописал. Давай. Ну вот, такой сегодня будет праздник. Жареная картошка, налим и сик. Вот. Ну вот, друзья, будем мы, наверное, закругляться на сегодня. Уезжаю я относительно рано, я больше чем уверен, поклевки еще бы были, если я продолжил бы сидеть. Но мы сегодня половили достаточно хорошо, главное результативно и продуктивно. Подышали свежим воздухом, попили чаю, насладились поклевками, получили очередной заряд своего рыбацкого адреналина. Вас же хочется поздравить с наступающим Новым годом. От всего сердца пожелать, чтобы было все только самое хорошее. Чтобы горе, печали и сложности обходили ваш дом стороной. Чтобы здоровье было самое крепкое, наше сибирское. Благополучие, счастья, радости, любви и самое главное – времени. Больше вам времени, того, которого вы сами себе пожелаете. Будь то на рыбалке, будь то дома или в жизни. С наступающим Новым годом с берегов Енисея, из Сибири, с Туруханска. Не болейте, не грустите. На рыбалку ходите. Пока.